В годы Великой Отечественной из Сочи в армию ушло более 18 700 человек. Из них свыше 4 500 не вернулись с полей сражений. Этим героям и матерям, которые так и не дождались своих сыновей, в Музее истории посвятили урок памяти. Главными героями лекции стали две сочинские многодетные матери. 5 сыновей Перус и Еремян погибли во время войны. Великая Отечественная забрала и жизни сыновей Эсхан Аркелян. Ей было присвоено звание «Мать-героиня». Орден присуждался матерям, которые вырастили 10 и более детей. У Эсхан их было 12, из них 6 девочек и 6 сыновей. 5 погибли на полях сражения. 6-й сын вернулся с фронта, но в мирное время прожил недолго из-за полученных ран. В музее была проведена очень большая работа, поисковая работа. Было восстановлено много документов. И надо сказать, что огромную роль сыграло и в последний период то, что Министерство обороны Российской Федерации выкладывает на сайт «Подвиг народа» очень много материалов, которые тоже помогли нам шире осветить подвиги этих ребят. Это были те сочинцы, которые положили свои жизни ради сегодняшнего светлого дня, ради новых поколений, ради мирного неба.